Сезон Бутутис начинается с январского сбора, то есть после Нового года нас собирают всех на тренировочной базе. Там мы проходим восстановление, и после этого сбора уже начинается полная подготовка, можно сказать, к чемпионату мира. В течение всего сезона мы готовимся к чемпионату мира, проходя такие старты, как чемпионат России, Кубок России и командный чемпионат России. Между этими стартами проходит этап Кубка мира, на который мы ездим. Смотрим, как готовятся наши соперники. Пытаемся подстроить какой-то план подготовки к чемпионату мира. И уже спокойно готовимся весь сезон к чемпионату мира, чтобы там выступать успешно. И, в общем, где-то стартов 7 за сезон у нас проходит вместе с чемпионатами России и этапами Кубка мира. Конкуренция была на высшем уровне, на самом деле, на последнем старте в Испании. Все спортсмены мирового класса показали свой уровень, и на самом деле в финал попали сильнейшие. Личные ошибки какие-то, которые мы допустили, которые будем исправлять сейчас, стараться в течение вот этого короткого времени в подготовке к чемпионату мира, и будем стараться подойти к нему в полной форме. На уровне человек 6 у нас, 7, которые достойны быть в основном составе. Новая Зеландия, Колумбия. Сейчас там есть перспективные ребята, которые вот сейчас на этих соревнованиях в Португалии, Испании показали свой уровень, на что они способны. Они могут тоже проявить себя, поэтому будем осторожны и готовиться с ними встретиться. Для нас это была не новость, мы к этому готовились, то, что будут вводиться новые правила. С 2017 года уже все соревнования проходили по новым правилам и судились полностью по международным стандартам. На самом деле правила эти не очень простые, так как центр на батуте удержать тяжело. Мы стараемся, тренируемся, чтобы это показать.